Ну вот, зашли в парк Дзинта, а вот там полицейский без опознавательных знаков джип тормознул. Прямо на въезде в Юрмалу один шустряк на кабриолете таком крутом, там по 200 километров разогнался на мосту. Потом едем, смотрим, его на мотоцикле догнали. Полиция на мотоцикле догнала. Пробки были большие вчера с Риги. Площадка вдалеке. Вот туалеты есть. А это тоже вот для скейтбордов или где? А вот раз для этих маленьких машинок. Платный парк аттракционов таких вот. Ну, конечно, машинки платные. А он шатается, мост этот? Попрыгай. Шатается. Дышался йоду я что-то сегодня, а поэтому не хочешь пройтись? Поэтому. Чеши только. Так, следующие. О, уже. Я прошла так. Мягкое покрытие какое. По тросам забираться. Мягко, мягко. Панду нашли лежачую. Ага. И черепаху. Ну отойди с кадра, Лина. Сейчас дождь пойдет. О, погодка. Это что? Вот солнышко не настоящее. Я солнышко. Ты. Настоящего нету сейчас. Вот дельфины. Сейчас Лина запутается. Круто. Надо было самокат взять. О, с лампочкой. Вот там эта башня, вот она вдали. Сейчас пойдем, соберемся. Дорожки канатные. Слушай, куда не приедем, а одни какие-то такие парки. Парки Тарзана. Так, Тарзан. Вон тут по 8. Ну вот, друзья, эта башня, с которой вся Юрмала видна. Мы сейчас поднимемся. Так, вход на башню бесплатный. Собаками нельзя только. Идем, заберемся на самый верх. Аня, Лина. Тут говорят, что с этой башни
Рижская башня видна. Все выше и выше поднимаемся. Если все хорошо, наслаждайся видом. Ребята, эта башня качается. Глеб, люблю тебя. Никита. Элина была, написали Никита. Ребята, вот там Рига. Вот. Alytus, Vilnius, Ukmergė, Prienai. Labai gerai. Du ekipažai važiavo ten 40. Kažkas buvo parašyta.